Всем привет, друзья, это канал Мосалим. В работе у нас новейший Peugeot 3008. Обзор по штатной шумке. Можно сказать, даже смело можно сказать, что ничего нет. Здесь у нас пластиковая ниша. На арках ничего нету. Вибрухи нет. Так, смотрим, что у нас в дверях. Так, в дверях. Вон там кусочек есть небольшой. О, есть. Так. Так, что у нас в салоне? Под сиденьем задним нет ничего. Вот здесь что-то намазали. Прям не знаю. Кто-то художественным каким-то занимался. Так, вот у нас потолок. Ну, здесь, как всегда, традиционно бумага. Бумага, из которых коробки делают. Вот она. Как показать-то? Ну, как-то вот так. Во. Бумага, натуральная бумага. Из которых коробки делают. Так, что у нас в передних дверях? Передние двери. Вон там кусочек вижу. Есть кусочек. Дальше нигде больше нет ничего. Так, это впереди, под ногами тоже что-то намазали чуть-чуть. Ну что ж, друзья, бережу муж. Всем пока.